Привет, меня зовут Артур, и это канал Мавави. И да, то, что вы сейчас увидели, снято полностью на смартфон, почти без использования дополнительного оборудования. И мне уже не терпится рассказать вам, как мы все это снимали. Но для начала давайте разберемся, с какого перепугу вы сейчас смотрите вертикальное видео на ютубе. И чтобы лучше понять это, давайте вернемся к тому, с чего все начиналось. И также я советую смотреть вам это видео с вашего смартфона. Начиналось все, как мы знаем, с горизонтального формата, а если точнее, с узкого формата кино с соотношением сторон 2.30. 5 к одному его используют до сих пор и когда мы смотрим видео в таком формате то у нас сразу же возникают ассоциации с кино именно поэтому при создании киношной картинки любят использовать именно такое соотношение сторон и некоторые даже специально наклеивают эти черные полосы сверху и снизу просто чтобы получить это ощущение киношности потом появилось телевидение где часто использовали почти квадратный формат 4 на 3 потом hdtv в 96 году создали соотношение сторон 16 на 9 как компромисс между узким киношным Форматом и стандартом телевидения 4 на 3, но постепенно все видео перетекли в 16 на 9, заполнив оставшееся пространство, чтобы улучшить эффект погружения. Логично, что чем больше картинки мы видим, тем приятнее смотреть видео, а режиссерам и авторам видео проще погрузить зрителя в происходящее. Дальше появились смартфоны, в которых мы сейчас по несколько часов в день залипаем, и первое время окей, переворачивали смартфон, чтобы посмотреть горизонтальное видео, но потом все больше социальных сетей стало появляться, где основная лента листается. Вертикально, то есть огромная часть контента потребляется именно в вертикальном формате, то есть, интуитивно, уже как-то не хочется переворачивать смартфон, чтобы посмотреть горизонтальное видео. Логично, что большинство авторов теперь делают именно вертикальные видео, чтобы лучше зацепить ваше внимание. Листаете ленту, и тут бац такое большое крупное видео, почти во весь экран намного больше цепляет внимания, нежели такая небольшая горизонтальная полосочка, где вообще почти ничего не видно. Так что теперь мы с вами, создатели видео, должны привыкать к тому, что большую часть своего контента теперь нужно снимать вертикально от этого уже никуда не убежать нравится тебе это или не нравится нужно ли сейчас все снимать в вертикальном формате разберемся в конце этого видео а сейчас я хочу дать вам несколько советов несколько простых шагов как улучшить ваши вертикальные видео поехали Во-первых, на что снимать, на камеру или на смартфон. Тут ответ не изменился. Используйте то, что у вас есть сейчас под рукой. Снимать вертикальные видео, конечно, лучше на камеру, но держать камеру вертикально не так просто, и нужно дополнительное оборудование для этого. Сегодня же мы будем использовать то, что есть у каждого смартфон. Тем не менее, пишите в комментариях, если хотите, чтобы я рассказал вам, как снимать вертикальное видео на камеру. Есть два способа, как можно создать вертикальное видео. Первый снять горизонтально и потом увеличить эту картинку до вертикального формата второй снять вертикально, перевернув тем самым камеру или смартфон. Плюс первого варианта в том, что вы получаете много места для маневра слева и справа, то есть потом на монтаже можно кадрировать картинку, как вам хочется. Но огромный минус в том, что мы теряем очень много пикселей, и качество значительно ухудшается, когда мы так сильно увеличиваем картинку. К тому же, снимая горизонтально, вы можете плохо поймать композицию и в итоге получить не тот результат, на который рассчитывали. Поэтому я советую сразу снимать вертикально и прямо в камере компоновать картинку, как вам нужно. Первый шаг оборудование для съемки с доп. оборудованием для смартфона все очень просто. Не говоря о том, что можно снимать просто из ладони, мне нравится снимать с помощью вот такого зажима для смартфона, который крепится на небольшую гнущуюся треногу. Выгибаем ее таким образом и получаем небольшой бюджетный рик для съемки вертикальных видео. На сегодняшней съемке этой установки мне хватило за глаза. Я снял так большую часть кадров, но иногда, где нужно сделать длинную проходку, я использовал стабилизатор для смартфона. Но это не обязательно у многих смартфонов сейчас хорошая встроенная стабилизация, просто будет чуть больше трястись. Шаг второй – контроль изображения. Самое сложное в вертикальной съемке – это контролировать горизонтальные движения, то есть влево или вправо. Когда мы снимаем горизонтально, очень легко ловить движение человека, потому что слева и справа очень много пространства. Здесь же человек во весь рост занимает почти всю композицию кадра, и если он быстро двигается, становится проблематично поймать все движения. В сегодняшнем видео с боксом это было не так сложно, потому что много динамики и небольшое нарушение композиции не выглядит ошибкой но если вы снимаете что-то более плавное то лучше обратить внимание на электронный стабилизатор для смартфона потому что там есть функция блокировки осей где смартфон стоит неподвижно так проще контролировать изображение шаг 3 настройки камеры чтобы получить грамотную картинку нужно правильно вручную настроить камеру на смартфоне подробно я говорил про это в прошлом выпуске можете посмотреть по ссылке в описании на съемке сегодня я использовал следующие настройки соотношение сторон 16 на 9 а если точнее 9 на 16 4к 50. 60 кадров в секунду, битрейт 90 мегабит в секунду, выдержка на 100, баланс белого 5200 кельвин, я снимаю на iPhone 10s, поэтому в настройках я менял ширик на телевик, когда это было нужно. Шаг 4 композиции и кадрирования. Даже несмотря на вертикальный формат, правило 3 никто не отменял. Однако здесь сложнее придерживаться этого правила. Разница между этими двумя вертикальными линиями невелика, потому что расстояние между ними меньше, чем в горизонтальном формате. Тем не менее, когда вы можете, старайтесь размещать ключевые объекты в кадре по этим линиям но в большинстве случаев хорошо подходит вариант с размещением объектов между этими линиями то есть симметрия но также интересно смотрятся варианты когда объекты размещаются по верхней или по нижней линии если вам хочется перестраховаться то всегда можно снять чуть дальше а потом кадрировать изображение на монтаже если это будет нужно на композицию очень сильно влияет фокусное расстояние вашего объектива в новых смартфонах теперь есть дополнительные объективы с разным фокусным расстоянием сейчас стал появляться широкоугольный объектив все его любили и он правда хорош для общих кадров где нужно показать окружение но когда вы подходите близко к актеру такой объектив сильно искажает пропорции лица и добавляет много лишнего искажения сверху и снизу горизонтально это воспринимается лучше лицо лучше смотрится на фокусном расстоянии примерно 35 мм это максимально близко к тому что наш глаз видит так что портретные кадры старайтесь снимать на классический объектив смартфона либо на телеобъектив и держите в голове итоговое соотношение сторон вашего видео в нашем случае мы знали что это будет 9 на 16, потому что мы загрузим его на YouTube, и мы хотели, чтобы это видео полностью заполнило экран вашего смартфона. Но в Инстаграме, например, нельзя выкладывать в постах соотношение сторон 9 на 16, максимум 4 к 5. Так что имейте это в виду, когда выстраиваете композицию кадра. Шаг пятый. Монтаж. Монтировать это видео мы будем тоже на смартфоне в программе Movavi Clips, но то, как вы будете монтировать это видео, будет зависеть напрямую от того, как вы его снимете. Поэтому я хочу рассказать вам несколько моментов, которые я учитывал во время съемки ролика с где роль боксера сыграл андрей струговец почти все кадры здесь сняты против источника света источник света здесь был один окно съемка против света создает много теней силуэтов это выглядит драматичнее и для такого видео идеально подходит мы пустили немного дыма из дым машины дым придает форму любому источника света мы буквально можем видеть длину лучей это отлично работает для создания глубины и это плюсик драматичности целью здесь было показать динамичную тренировку боксера поэтому структура очень простая он один Одевается, разминается, тренируется с грушей и заканчивает тренировку. Первая сцена в раздевалке длится 10 секунд на разгоне музыки. Первый кадр показывает атмосферу, чтобы зритель сразу понял окружение и ориентировался в пространстве. Остальные кадры крупники действий, шнурки, повязка на руки и перчатки в шкафчике. Далее в треке есть два основных проигрыша. На первый я разместил разминку, на второй основную тренировку с ударами. На основных акцентах я добавил переходы с одного упражнения на другое, чтобы они лучше читались. В треке мне понравилось Пауза между двумя проигрышами, туда я добавил сцену с надеванием перчаток в замедленной съемке и под акценты, флешбеки с его разминки. Затишье в музыке позволило добавить реальные звуковые эффекты с ударами перчаток и прыжком. Во время монтажа я придерживался правила размещать удары в музыке под действие в кадре: то есть, мы слышим бит, он бьет грушу, мы слышим бит, он хлопает ладонями и так далее. Многие кадры я снимал, начиная и завершая их уводом в сторону. В нужных местах это помогло сделать органичный переход между сценами. Небольшой совет, когда снимаете движение человека, скажем, слева направо, пройдите мимо какого-то столба, потом на втором дубле увеличьте фокусное расстояние, при склейке на черном получится органичный переход с эффектом зума. Но значит ли это, что теперь всегда нужно снимать вертикально? На мой взгляд, нет. Вертикальные видео подходят для ленты в инстаграме, в социальных сетях или для тех же сторис. То есть в тех случаях, когда идет быстрое потребление контента и нет времени, не хочется поворачивать телефон горизонтально. В других случаях, когда, допустим, это какое-то длительное шоу или это фильм или это сериал лучше снимать горизонтально это приятнее смотреть можно больше показать по горизонтали представьте допустим какой-то кадр пейзажа в горизонтальном формате мы просто больше увидим так что короткий быстрый контент вертикально более осознанный длительный контент горизонтально лично мое мнение напишите свое мнение в комментариях что вы думаете о вертикальных видео также ставьте лайки если это видео было для вас полезным подписывайтесь на канал если еще не подписаны и не забывайте что сложно снять просто